Всем приветики, ребятки, вы на канале Кайтис Геймсис, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Киберпанк. Продолжить. Можно взять твою тачку? Нет. У меня свидание с Мисти. И чё? Свою купи! Да бери, конечно, Джек. Только не привыкай сильно. И чё тут делать надо? Свежее мясо. Мы не забываем, ты покойник. Понятно. Еще раз ко мне придут твои шестерки, треснувшие челюстью, дело не ограничится, я словами не бросаюсь, приходите, падлы. Ладно, хорошо. Ой, куда я? Подожди, а как выйти? Си выйти, окей. Короче, я вспомнила, нам же вниз идти надо. Прикинь, я же блюрила две серии, я блюрила там всякие, ну, места, да, красивые. Красивые, которые показывать на ютубе нельзя, да? Вот. А потом узнала, что тут, оказывается, цензура есть. То есть цензуру можно отдельно включить, и она будет работать. Вот, поэтому я включила цензуру, и сейчас все должно быть получше. Вот, я уже не буду сидеть полчаса блюрить все это. Так, подожди, алё, малёк, алё. Погоди, мужик, погоди. Я забыла, как тебя зовут. Сломано. Разобрать. А это чё? А, это мужики. Так, ну их силы я прятать не буду. Умерли, да умерли. Какая разница? Уже-то все равно. Подожди, я же должна с них все этот... Нож панка? Я же должна с них все забрать. А, это робот. Включить? А, давай. Это он там что-то крушит? Ты погоди-ка, не круши. Подумаешь, ждешь меня, ничего страшного. Че ты сразу все крушить-то начинаешь? Нормально все ж? Нормально все, смотри, тут я, все, не истери. Сейчас, подожди, дай-ка я посмотрю, что тут вообще есть. Тут вообще ни хрена непонятно. Ты прямая спасительница, Ви. Может, подбросить тебя домой? На чем? Ну, на давай. Моей тачке? Я все равно уже. На моей тачке ты хочешь меня подбросить, да? Ты стебешься или как? Она моя! Ты совсем охренел, что ли? А, чуть не забыл. Позвони сейчас Вакака. Дай я знать, что работа сделана. Вакака, я тебе макака позвоню, блин. Т. А, зажмите Т. Зажал. Ага, Ф. Вакако Окада. Окей, хорошо. Ви, как все прошло? Зашибись. Клиентка жива-здорова? Жить будет! Конечно, жива и здорова. Мы же об этом договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы отцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Чика. Я поведу. А, и что, мне в плане сейчас, чтобы еще до дома дойти, придется это? Придется что-то там стелсом пробираться или как? Давай! Быстрее, давай, ты такой медлительный. Тебе сказали, быстрее ты сидишь. Поехали, блин. Гони, ёптыть. Ой, полчаса едет, ё-моё. С кем я еду, с кем я еду? Господи, езжай ты быстрее, а. О, какой ты медленный. Эй, а мне можно это? Подожди, она мне, конечно, нравится, но она мне можно или нет? Где? Подожди, звук. Включить, общая громкость. Лицензированная. А что значит лицензированная? У которой есть лицензия, да? Или что? Что такое лицензированная музыка? Я, честно, хрен его знает. Ну ладно. Ну это вот та, у которой есть лицензия. Это авторские права лицензии или нет? Хрен его знает, да? Ну ладно, пусть будет. Ты мне напиши в комментах, пожалуйста. Для чайников. Не люблю такие машины, где маленькое стекло лобовое. Город как город, только большой. Вот именно, еще темный весь.
необычный город. Золотой. Адам Смешер. Тут рождаются легенды. И тут же они умирают? Или нет? Черт, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты ж на свиданку едешь. Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? А, точно, блин. Да ты вообще, блин, не торопишься. Так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Где? Так, вот он не на хвосте, он спереди уже. И тише, посадишь. Дави на газ, Джеки! Ох, ёптыть. Идишь, пассатижи. Подожди, у меня слишком медленно почему-то это. При прицеливании у меня слишком медленно это. Как ее? Ну, чувствительность, вот. А где тут чувствительность? Управление? Внутреннее... Чего? 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 От первого лица? Геймпад? Геймпад? Погоди! Чувствительность управления транспортом. Ну я хрен его знает. Давай 80 установим. Может это тоже повлияет? Ну сомневаюсь. Я просто вообще... Кобздец медленно поворачивается. Вот неудобно. Особенно при прицеливании. Попались, мрази! Ви! Зайцев водителя! А-а-а! Сейчас, подожди. Чингаду! Хрен его знает, как я это сделала. Ха-ха-ха! Ну как ты сделала? Попортил я вид твоей малышки. Прости, Ви. Ага, новую сделаешь, подальше. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Так легко, потом разберемся. Что за звук? Кто тут мне в ухо прям рыгает? Такой... Вот это слышишь, да? Фу, как... Это рок такой, что ли? Рок или как-то металл? Мы решили не мелочиться. Блин, страшно аж от такой музыки. Бля, муха тебя прикинь, Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. Дай проеду. О, мадам, какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Сбой системы. Серьезно? Какой? А что во мне такого особенного? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, своей девушке? Ну да, она с ума сойдет, если я к ней не приеду. А я кто, дочка потом, что ли? Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Не пусти, да, господа? Пусть едут. Больше никого не пропустим. Yes! Приезжайте. Спасибо. Хорошего вечера, мадам. Мадам, а тебя мое разбитое лобовое стекло вообще, да, не напрягает? С пулевыми отверстиями. А ты ей понравился. Замути с копом. Моя неподдельная искренность тронула ее. Замути с копом. И да. У нас будут связи. А что, я верный. Дорожу отношениями. Mm-hmm. А главное, скромный. Даже? Да. Вообще капец. Это музончик. Хотя, ты глянь, Ви. Тут все серьезно. Стреляй давай! И что они с ними сделают? Блин, у меня лобовое стекло разбито, ни хрена не вижу. Как-то не похоже на обычную облаку. Потому что это необычные копы. А вы на красном там свете стоим или что? Охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так, на один зуб. Всё, и чё? Спектакль окончен. Просто не надо было нарываться.
Так он к нам идет. А, вот он нас пропускает. Прикольно, быстрая поездка, да? Ну давай посмотрим на город. Зачем нам быстро? Хотя зачем время тратить? Да? С одной стороны, город красивый, можно посмотреть, да? Я надеюсь, не заблокируют меня. Скоро будем у тебя. А как же ты? Сейчас уже, наверное, в Хейвуд не проехать. Спокойно, Ви, меня пропустят. Ты прямо уверен? А мне кажется, тебя не пропустят. Я снова буду очень вежлив. Но если он поедет через тот же мост, то его, скорее всего, не пустят. Ну, потому что она скажет, слушай, ты же сказала к девушке. А если через другой, то более-менее. Все? Ладно, увидимся. Пока. Передай привет Мисти. Передам. Ай, Луи. Капзец, еще и сбил, падла. А ты тварь, а мою машину стыбзил, еще и сбил меня, блин. Капец. Так, поехали. Просит быть осторожным, что за терминалом в ходе... Чего? Поехали, че? Че ты стоишь? Куда нажимать? Сюда нажимать? Ну сюда поехали, не знаю. Мой первый гость сегодня... Да. Забыла сказать, у знакомого нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Тибар дал вам поручение, которое станет вашим первым шагом в развитии Чи. И куда тыкать надо было? Но подожди, сначала у нас вернуться домой, да? Пойдем домой сначала. Ну что здесь, мудаки, дела эти? А вы что тут? Да блин, опять ворота заело. А ты что, на работу собралась? По-моему, нас наебывают. А в чем? Просто... Надо будет сказать пару слов начальнику. Давай потом. У меня и так проблем по горло. То есть ты стесняешься? Бать ты тупой. А что стесняется-то? Я подсмотреть хочу. Подожди, а мне куда? Мне вот сюда? Ой-ой, я пестик взяла. Нельзя так делать, наверное. Лечь спать. А закрой дверь, спасибо. А то я не хочу с открытой дверью спать. Как так себе идея. Ко мне кто угодно придет. Давай, что у меня на руке? Странная какая-то фигня. Как у него за ухом. Так, какой-то кругляшочек какой-то. Акт первый. Миотеч. Диагностика базовых систем. Норма, 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 норма. Прочитать письма. Открытая ник с оружием дополнительно. А также ствол формы. Хотите выглядеть иначе? Подойдите к зеркалу в своей квартире или временном укрытии и выберите вариант изменить внешность. Есть любимые сочетания одежды? Создайте комплект в своем гардеробе, чтобы переодеваться где и когда захочется. Приколдесно. Давай сделаем. Че не так? Мне кто-то звонит. Ви, ты что, не спала? Даже если нет, пора вставать. Я, кажется, что-то подцепила. Когда подключалась к биомону корпоратки. Нейровирус, это наш, что ли? А я думаю, кто это такой? Надо зайти к Вику. О. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ух, хрена себе, как красиво. Ладно, давай подброшу. Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся. Ну еще бы, на какой еще тачке ты можешь быть? Если моя тачка единственная, что у тебя есть. Лашпек, блин, запарила меня. Так, чего? Чего? Подожди, на... А, вот, ботинки на платформе с титановой вставкой. А куда взять? Ну давай использовать. Бейсболку не хочу. Старые шорты. Байкерская куртка. Спортивная майка с укрепленными швами. Старая камуфляжная портупея. Давай вот эту. Не, подожди, я хотела ее не взять, надеть вообще в идеале. Открыть гардероб. Подожди, что я только что делала? Вот, видишь, этот, как ее?
Как ее зовут? Как ее зовут? Цензура, вот, цензура. В гардеробе можно ходить до 6 комплектов одежды. Их можно выбрать и убрать. Ну, снаряжение. Выбор комплекта изменяет внешний вид вашей одежды, не влияя на ее показатели. Все предметы одежды, которые вы находите, получаете, создаете, разбираете, продаете, покупаете, сохраняются в гардеробе. Хорошо, то есть сейчас у меня есть бейсболка. И шляпа. Ага. Допустим, вот так. Допустим, так выглядит не очень. Давай вот так. Вот так. Портупея. Портупея нет, не подходит. Да это тоже так себе не подходит. Сбросить. Да, блин, все что ли сбросила. Давай бейсболку. Давай бейсболку наденем. О, рваный топ. А вот к нему подойдет портупея. Ноги, смотри-ка, штаны ви. Штаны ви. А тут наденем кеды ви. А тут наденем ботинки на платформе. Пусть будут на платформе. Во, вообще смотри, мотнявая какая. Надеть. Да. Все, то есть я теперь закрываю. И я в этом комплекте, да? И как мне теперь? Подожди, нет, не сюда, вот сюда, да, мне? И чё? Ну да, вроде. Изменить выражение лица. Давай улыбнемся. Давай будем улыбчивые ходить. Ты в смысле и все, что ли? Давай пока я внешность никакую менять не хочу. Выйди. Выходи. Пока я... Почему зеркало не видно? Да, не захотели, да, делать, падлы? Леним стало. Мыться? Я могу помыться. Не буду мыться. Хотя от меня, наверное, воняет. Давай помоемся. Ага. Ну все, выходи. Хватит, постояла, хватит с тебя. Так, я же одета, я надеюсь, не в полотенце. Ну, вроде в одежду. Вроде в свою, которую выбрала. Так, у меня есть еще письма. Действие... А. Вот так. Сообщение. Медицинский мега-розыгрыш. При покупке 2 билетов дарим 3 бесплатно. Разыгрываем 1000 призов. Наркотики, реаниматоры, первичные приемы, купоны на операции, анализы крови, прививки от киберпсихоза, направление к криперам и многое другое. Главный приз – премиальный пакет «Травма Тим Нарад». Количество призов ограничено, если твои соседи уже участвуют, участвуй и ты. Не покупайте наногель для лечения. Внимание, мошенники! Не переходите по ссылкам с рекламой наногеля для увеличения. Это мошенники. Обычному гелю не под силу, чего вызвать рост новых клеток. Единственным проверенным способом увеличения остаются гормональные препараты Рекс. Наши ученые разработали комплекс препаратов. Зачем мне эта информация? Внимание! Зафиксирована атака. Внимание! Обнаружено вредоносное программное обеспечение. Ваш компьютер был атакован демонами 3 раза. Наша система зафиксировала 2 попытки завладеть вашими персональными данными. 1 попытка повредить ваш нейропроцессор. Требуется немедленное действие. Наша программа нейтрализует любые угрозы, связанные с хищением персональных данных и взломом имплантов. Помните, внедрившись в вашу нервную систему, злоумышленники могут заставить вас совершить незаконные банковские переводы, вооруженные нападения, кражи и или грабежи, самоубийства. Чтобы защитить себя от демонов, нажмите кнопку «Сканировать». Наш универсальный антидемон мгновенно нейтрализует все угрозы. Если вы не запустите сканирование в течение 5 минут 17 секунд, ваша операционная система может получить неустранимые повреждения. Защитите себя сейчас. Транспортные средства покупка. На сайте Автофиксе размещены все транспортные средства, которые можно купить на текущий момент. Вы можете зайти на этот сайт с компьютера в своей квартире или с тех компьютеров в городе, которые помечены значком машинки. Фотографии могут сопровождаться значками, по которым можно судить, оснащен ли автомобиль встроенным оружием, крупнокалиберным пулеметом или ракетной установкой. По мере улучшения репутации на сайте Автофиксе будут добавляться новые транспортные средства. Хорошо. И чё? А как мне зайти в сеть? Блин, так это получается как в этом. Как в GTA-шке. Там же тоже так же. 86 тысяч... Спасибо, до свидания. У меня нет таких бабок. 86 тысяч, ты прикинь, да, самое дешевое? Капец, блин, у меня нет таких бабок. Вы чё, я ж не такая богатая. Так, куда идем? Туда идем? О, здравствуйте, женщина. Привет, Вим. Это Реджина Джонс.
на работу в Уотсоне, звони. Как ты меня нашла? Откуда ты вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее а почему я по ступенькам? До связи, Ви. Давно надо границу позакрывать. Слишком много сюда всякой швали съезжается из таких дыр. Какие-то даже не слышала. Вниз. А как вниз? Вот это что, это не этот? Видимо, нет. Так что народа больше не становится. Ну, может, если бы границу закрыли, то никто бы и не пытался уехать. Подкопы делали бы. А как спуститься-то на лифте? Вон так? Сюда я вообще не уехал. Вниз? Ну, явно не... Я думала, я подойду. И она не это скажет. Ай, я упаду. Я даже к краю не подошла. Она уже упала, падла. Она уже как будто самоубийца решила, спрыгнула такая. Да, I believe I can fly. Такая, до свидания. Капец, блин, ты чё? Так нельзя. А контрольная точка здесь после закрытия двери была? Открытие-закрытие. Опять одежду делать, да? Где? А, ну пойдет, ладно. Пойдет, хорошо. Как мне спуститься? Вот это прям вопрос с подвохом. Может, стоит все-таки как-то на лифте? Нам... Что-то не так. Что не так? А, в смысле, они и меня подозревают? Нет, подождите, я просто это, подслушивать захотела. Я просто подслушивать люблю, вот я к вам и пришла. Так, вот это моя комната, а как я приехала сюда? Зенки красные. Зенки? Что мне делать-то? Кого продать? Пистолет и штурмовую винтовку не хочу. А как ехать-то? Вот это лифт? В смысле, отключено? И как? А убери пистолет, пожалуйста. Тут же с ним нельзя так ходить. Убери пистолет. Это же Night City, убери пистолет. И что делать? А как мне спуститься-то? Люди привыкли, что в этом городе, что кто-то попал по смешному вмешаться, а можете просто пройти мимо. Все, у тебя проблемы! Слышишь? Большие проблемы! Капсда. А ты-то выжил? Или выжила? Кто ты? Кошмар. Спасибо тебе. Пожалуйста. Ты выжила, да? А теперь спасай давай меня. Я пошла. А как-то можно сменить оружие, пожалуйста? Во, 4 кулаки. Нормально, с кулаками бегай. Что-то вообще, блин. Он меня увидел? И то, что я пришла, он меня решил побить или как? Что-то я не поняла. Так, подожди, как спуститься-то? Ё-моё. Может, он туда? Падай, сука, давай! Нет. Да по мне стреляют или чё? Хороший день для парарел. Не, не пойду, не пойду, извини. Я ищу, как спуститься. Вообще ни хрена не поняла. Только не говори мне, что это... А, Ви, тут есть вариант повеселиться и заодно подзаработать. Скоро начнутся бои, мне... А, не хочу, иди. Кыш. Ой, сейчас стихну! А, у меня карта есть, как подожди. Ты? Как отсюда, ёптать? Ты что, бочку продавала? Ху! Ху! Кошмар. Спасибо, спасибо. Как идти? Вот сюда, что ли, идти? Ну, показывай. Кого? Пистолет? Подожди. Ты меня вот сюда ведешь? Ну, показывай. Это мое задание? А что делать-то? Ну, давай, ладно, мусор и украшения, зачем мне? Таблетки. Подожди, а чё мне делать-то? Я вообще чуть ни хрена не поняла. Вообще тут ничего не понятно. Ну, а вот это все столько стоит, что у меня вообще нет денег. Ну, 4000, ну алё, у меня всего 500.
Причем не тысяч. Ёпсель-мопсель. Ты чё? Подожди. Забрать заказанный пистолет у Уилсона. Показывай. В смысле? Так это мое задание? А где мой заказанный пистолет и заказной? Вот этот? Все? Улучшение культового оружия. Вы получили культовое оружие. Оно обладает особыми качествами, но не поддается модификации. С помощью определенных компонентов культовое оружие можно улучшить до более высокого уровня, что значительно увеличит его показатели. Сделать это можно на вкладке улучшения в меню создания. Культовое оружие хранится в самых разных местах Найт-Сити. Вы можете получить его от друзей или забрать у врагов. Иногда оно будет попадаться вам в случайных ящиках или у продавцов. Некоторые его образцы вы даже сможете создать сами. Большое спасибо. А, то есть теперь мы идем с Джеки, да? Кабздец, блин, ё-моё. Поехали. Поехали, что делать? Давай сейчас с ним встретимся, а потом будем выходить. Хотя, блин, ну так мало. Так мало. Что-то походили, и все, больше ничего. Так, я где... Что-то я, по-моему, куда-то не туда поехала. Или туда? Давай туда, да? Куда я еду, ё-моё? Чё так много всего? Ну, вроде туда. Ну, вроде вон он стоит. Ну, вроде да. О, прям даже так открыли. Ну что, поговорим о вчерашнем? О чем вчерашнем? Ничего не помню. Заявки на расследование полиция заплатит вам за помощь. Заказы фиксеры свяжутся с вами, когда вы будете неподалеку. Фиксеры, посредники укажут вам на доступные заказы поблизости. Давай лучше полиция. Будем с полицией сотрудничать. Да вообще по сюжетке идти будем, и ничего больше делать не будем. Привет. Вот и наша звезда. Черт, я успел проголодаться, пока тебя ждал. Ну, бывает. Сейчас папа доест, и поедем к сеньору Вектору. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню, или меня глючит? А что ты ешь? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же его звали? А, да, Декстер Дешон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Черный Христос по смерти собственной персоной. Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Очень наш важный мессия вопрос. Хочет поговорить с тобой лично, один на один. Так что сама понимаешь. Все теперь зависит от тебя, Чика. Да вот так. Ладно, договорись с ним. Послушаю, что ему надо. Дэк, самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сама знаешь. Я ничего не имею против Падре и Вакако, но Декстер — это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Нет, если честно. Все как всегда. Приходишь ты на чужую территорию, местный фиксер сразу показывает, чей хуй длиннее, но улыбается тебе и обещает кучу денег и заказов. Но в любом случае, ты для него просто имя в записной книжке. Официантка, которая принесет ему на блюдечке большой кусок от клиентского пирога. Конечно, вы ходите вместе выпить, но бизнес есть бизнес. Just business. Gracias, adiós. Estoy lleno. Я пригнал твою тачку, отдал вчера знакомому в мастерскую, чтоб подлатал ее после гонки с мусорщиками. Спасибо. Спасибо, мило с твоей стороны. То есть от карточки, от тачки какая-то карточка? Используйте В. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Ты прям на тарелку поставил? А, посмотрим. Это стеклом. Я думал, он прям на тарелку локоть поставил. Пошли. Посмотрим, как она бегает. Погнали. Ну, поехали. Где она? А, вот она. А можно я на это сиденье сяду? А почему она такая странная? У меня вроде другая тачка была. Криперу? Эй, Чика, не гони, а? Я ж только поел. Да, в смысле не гони, я вообще еще не начала даже. Я так и так собирался к Вику. У меня свидание с Мисти. Да ладно. Прохладно. Она милаха. Понимает меня с полуслова. Сложно тут ездить.
Ух, ёй. Подожди, где поворачивать? Вот здесь поворачивать? Ой-ё. Нифига себе, она еще сама вылезла. Куда? Найди меня, когда Вик почистит тебе хром. Обсудим работу, которую Декс нам приготовил. Ладно. Так, подожди, мне надо сначала это. Ибо не вам служат ваши глаза. Да вот этот? А, нет, я думала, это этот меня будет чистить. Нет, здесь просто моя знакомая. Привет, Ви. Приветики. Доктор Вектор тебя ждет. Спасибо, красоточка. А где он? Нам с Мисти надо поболтать. А где он, в Холодосе? Где он? А, дальше. Так, куда? О, погладить. Лысый кот, как он здесь живет? Здесь холодно. Ему солнышко надо. У меня есть лысый кот у мамы. Кошка, моя кошка. Ей нужен этот. Ей нужен свет, ей нужно тепло. А тут холодный город, как она там живет. Рипер, установка киберимплантов популярная, но опасная процедура. Ее могут проводить только квалифицированные специалисты, которых называют риперами. В Найт-Сити есть несколько клиник риперов, где можно приобрести и установить импланты. Выберите нужный протез из списка и откройте для себя новые возможности. Привет, Вик. Как твои риперские дела? Рада тебя видеть. Привет, Вик. Как здесь у тебя когти? Чем обязан твоему визиту? На задании подключилась к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепило. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Какому яркому свету? Его тут нет. Сейчас вылечим тебя. Его тут нет, этого яркого света. Ну а как ты вообще? Как дела? Офигенно. Получила заказ от нового фиксера. А может, его я зря рассказал? А, знаю, он из посмертия. Нечего сказать, растешь. Конечно, смотри, какая высокая стала. Что-то не так, Вик? Давай с ним повнимательнее. Я слышал кое-что про этого Декса. Он только с виду спокойный дядя. Ну давай, мне ладно, нужен набор, спасибочки. Как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Да ладно, неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. Пошли. Само собой. Я готова, куда ложиться? Ты молодец. Куда ложиться, только я готова. Только тебе не дал, да? Подожди. А у меня ж нет денег. Вик. Не нуди, Вик, я тебе все верну. С процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? А у меня же нет таких денег, где она их хотела взять? Ты в себя куришь? Так в меня надо, давай ты чё? Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Я же тут пациент, не ты. Ты чё в себя-то все куришь? Сбой системы — это то, что у меня, да? Вот эта болячка подцепила она. Страшного, оптика Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. И что ты там делаешь? Это глаз прям? А ты мне мои эти сердечки оставишь или что у меня там? Кироши? Вик, у них же лучшая оптика. Ну а что? Мы себя тоже не на помойке нашли. Я сказала, что заплачу, но на такую технику у меня вряд ли хватит. Да ладно, придумаем что-нибудь. Мне главное, чтобы ты вернулась живой и здоровой. И с деньгами. Ладно. Хорошо. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. И что я выбираю? Ну да. Найденные импланты. Все полученные импланты можно установить или продать в любой клинике Рипера. Лимит имплантов определяет, сколько киберимплантов способны адаптировать ваше тело. Этот показатель будет увеличиваться по мере повышения вашего уровня, получения определенных способностей и применения чипов, повышающих лимит имплантов. Ага, хорошо. Ладони. Баллистический сопроцессор. А это что такое? Ага. Повышает вероятность рикошета при стрельбе стандартного оружия. Ну, давай, ладно. Это же мои, это же я не покупаю. Наверное, мои, не факт.
Еще кожа, смотри-ка, есть. Давай подкожная броня. Сейчас я как на 100 миллионов себя прокачаю. Потом мне этот скажет, давай-ка, бабки. А, вот теперь за деньги, да? За деньги, да. Так, ну теперь за деньги, все остальное за деньги. Ну ладно. А это я могу прокачать, да? За 365? Не, давай потом. Давай пока улучшать ничего не будем, у меня бабок нет. Первый тип. Не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговице глаза, ну а бонусом создает помехи для внешних лиц. Ладно. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учти, тело все равно будет видно и идеально. Ладно, можно сгруппироваться. Тогда более-менее. Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Чё там? Я готова. Какой странный скелет. Отлично. Можем работать. И чё, я ещё не установила? Давай, клади свою руку, игрок высшей лиги. Давай вот так. Как сам-то? Поболтаем с ним. Что нового у доктора Вектора? Ну, если честно, все как всегда. И меня это устраивает. Я когда-то жил в мире, где было важно, кто есть кто, кто с кем и что почем. А потом? Однажды я все бросил и с концами. Легендой я уже не стану, зато могу нормально спать по ночам. Да хорошо. Давай, клади руку. Вот а то что-то да, мы задержались. Молодец. Сейчас обезболим и можно резать. А ты мне ладони меняешь, кабздац? Чувствуешь что-нибудь? Кабздац. Ничего не чувствую. Все как всегда. И они меня каждый режут? Раз спрашиваешь, как будто сегодня все будет как-то иначе. Да все будет нормально, малыш. Там, конечно, есть риск инфаркта или там паралича, но мне-то откуда знать? Я ж просто доктор. Вот именно. Да, да, да. Сейчас будет темно, не пугайся. Из меня глаза вытащили. Ну теперь давай проверим, как работает. Верни глаз. Я тебя подключаю. Верни глаза, пожалуйста. О, ну, я себя вижу сбоку. Поначалу может быть неудобно. Помехи там, знаешь, туман, размытость. Хорошо, ладно. Перетерплю, переживу, ничего страшного. А красный экран ну, уйдет? Тебе? Все в порядке? О, очень круто, Вик. О, ладошка. А, сканирование людей. Просканировав человека с помощью оптического киберимпланта, вы можете узнать о нем много полезного. Ай, нажала случайно. Ну давай. Виктор, ну, Виктор, гражданский. К нему привыкнуть, но в жизни вообще сразу мало что получается. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Получен доступ через к базе данных полиции. У тебя будет доступ файлом полиции. Ни хрена себе. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. Этот приколдес, ну конечно. База данных полиции. Теперь вам доступны сведения о людях, за поимку или убийство которых назначено вознаграждение. Их поможет обнаружить ваш сканер. Полиции все равно, сдадите ли вы их живыми или мертвыми. Поэтому их судьба зависит только от вас. А-а-а. Тебе понравится. Какая странная ладошка теперь. Ты должна увидеть счетчик патронов и новую мушку. Давай. И чё? Где? А что там с вирусом? Там ещё этот нейровирус с последней работы. Проверишь? Я уже проверил. И удалил, когда ставил тебе имплант. Заодно слегка почистил твой софт. Считай, официальная проверка антивирусом. Спасибо! Спасибочки, дорогой мой. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. Два нажатия сразу и еще два через час. Зачем? И что это? Мягкий стимулятор. Ускоряет нейротрансмиссию и устраняет часть побочных эффектов от адаптации импланта. Ну давай. Еще раз спасибо, ты крутой. И что, мне этого прям хватит? Иди, малыш. Покажи им всем.
Хорошо. Не забывай, старика, когда выйдешь в высшую лигу. Конечно, я буду только к тебе приходить, ты чё? Ну, короче, давайте не будем забывать старика. На сегодня закончим и продолжим уже в следующей серии. На сегодня закончим. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, пиши комментарий, скидывай его своим друзьям, только нам тоже понравится. А также подписывайся на мой канал, если ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые серии видеостримы. Ну и всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч в этой и других игрушечках. Всем пока-пока!